Если в холле Дворца спорта развернулся салон красоты, значит, в спортивном зале проходит кубок «Газпромнефтехим Салават» по танцевальному спорту. Это уже традиция. Последнее приготовление перед началом торжественного открытия соревнований. Далее пожелания легкого паркета и ни пуха, ни пера. Танцевальные пары начинают свои выступления. Сама организация мероприятия, так и состав участников, он увеличивается и по качеству становится более профессиональным. Это, конечно, не может не радовать, потому что наш танцевальный спорт развивается. Более 800 участников из различных городов и районов Республики Башкортостан, а также прилегающих субъектов в возрасте от самых юных танцоров 4-5 лет до взрослых пар. Соревнования вот «Газпромнефтехим Салават», они являются наиболее значимыми из всех. Почему? Потому что это территория, это тот город, который, ну, можно сказать, танцевальный. И специалисты, которые работают здесь, это люди, которые отдали свою жизнь этой профессии, не побоюсь этого слова, потому что они всецело развивают, они приумножают, они настолько в этой профессии, в детях, в коллективе, что когда приезжаешь, чувствуется профессионализм во всем. Чувствуется он и в количестве пар, выступающих на паркете, и то, как умело танцуют спортсмены, завоевывая высокие награды. Было представлено 77 выходов. Это пары, которые танцевали в различных номинациях. То есть одна пара могла танцевать в нескольких номинациях. 77 выходов словацких пар было. Впереди еще предстоит 3 или 4 отделения. Там тоже очень много наших словацких пар. Ребятишки с 12 лет и до 20 представлены. Но практически все танцевальные возраста мы задействовали. В соревнованиях традиционно принимают участие спортсмены разных возрастов. А сам кубок разделен на несколько программ. Это латино, американская и европейская. Юные дарования Елисей Калмыков и Елизавета Шаталкина. Во всех направлениях в этот день стали лучшими. Три первых места завоевали конкурсанты. А танцевали хорошо, мы довольны. 5 лет в паре, мы 4 года. У меня мечта была, вот как наш тренер, он ходил на танцы бальные. Я хочу ездить в большие города выступать. Я хочу тоже выступать в большие города, ездить. В этот день звучит музыка «Кружаться в танцах пары». И это не может не завораживать. 9 лет пара Спартака Долгова и Анастасии Горелкиной танцуют на паркете. Однажды, будучи совсем юными, их привели в секцию родители. И теперь это главное хобби, которому отводится большая часть времени. Раньше я ходила на фигурное катание, но там слишком рано встают, а мне лень вставать рано. Поэтому я выбрала танцы. Хобби и увлечение, которому я посвящаю огромное количество времени. Мне 13 лет, я 9 лет в танцах. Мы вместе тоже танцуем 9 лет. То есть с самого начала ваша пара сформировалась так вместе? Да. Традиционно на церемонии награждения чествуют пары, начиная с 6-го места. Это стимул двигаться вперед и достигать больших высот, чему способствует и предприятие «Газпромнефтехим Салават». «Газпромнефтехим Салават» – мы здоровы, мы сильны, мы энергия страны. Светлана Халитова, Рустем Гайнанов, телекомпания «Салават».